29-30 градусов. Для того, чтобы было комфортно. Мы занимаемся исследованием остаточного хлора, pH. Это водоподготовка совместно с химиками. Контролируем каждые 2 часа показатели воды. Таблетки на содержание остаточного хлора и на уровне кислотности, pH. Закрываем. Работаем чуть-чуть барменом. Содержание pH 7,2 норма. Содержание хлора 0,3 норма. Значит, каждое утро персонал после включения всех насосов делает обход и проверяет на соответствие включенным насосам всех гидроподушек, всех бустерных форсунок. Идет контроль работы насосов, загрязненность фильтров, контроль уровня хлора, pH. Наша задача это все настроить, чтобы работало. Если что-то вышло из строя или поломка, то есть в диспетчерской все это будет отображаться. И можно оперативно принимать какие-то аварийные действия по устранению поломок. Гиги, у нас циркуляция есть? Внизу надо идти разбираться. Ну да. Ну вообще отлично. Доброе утро. Как видим, работает, все работает. Ежедневно осуществляется контроль всех систем перед пуском объекта. Данным терминалом включаем русские бани с температурой, возможно, заданной, это 100 градусов. Устанавливаем таймер. В данном случае 4 часа. Так, это наше техническое помещение. Здесь выведена вентиляция, парогенераторы, освещение, пульты управления. В принципе, практически всеми нашими банями. Наши бани оборудованы системой MP3. В каждой бане идет своя музыка. То есть люди приходят в паровую, они слышат специально записанную музыку для паровой бани. Нужно оператору ходить, включать все по одной бане, проверять, там что-то включилось, что-то нет. Оператор один раз настраивает таймер на все, во всем термальном комплексе, и потом ему нужно просто пройти, посмотреть, все ли включилось, все ли в порядке. Сверху стоит у нас форсунка, которая разбрызгивает воду, которая смешивается с аромаэссенцией. По кабине распространяется аромат, в данном случае, лаванды. Без ГМО. Здесь у нас стоит ледяной фонтан, так называемый. За стеной установлен ледогенератор, который преобразует воду в чешуйчатый лед, который используется для обтирания рук, лица, тела после горячих ванн. То есть, по сути, это огромный холодильник, который доводит воду до температуры около 0 градусов, и потом под давлением, ну, там стоит большой компрессор, нагнетает в кабину, образуется такая метель, снег оседает. Ну круто здесь, очень прикольный снег. Сейчас я возьму. Это у нас кабинет для спа-процедур, массажная кушетка, которая имитирует массаж на побережье моря. Раз в 30 секунд с ног к голове прокатывается волна. Она прокатывается под ПВХ-полотном, то есть вы не намокаете. Ну, плюс, конечно же, вода подогревается до необходимой температуры, то есть мы можем выставить комфортную для посетителя температуру. Установлена платформа из спененной резины. Когда человек садится и мы его накрываем полотнами, платформа опускается на дно, человек остается лежать на поверхности воды. Причем не за счет натяжения ПВХ-полотна, а за счет водяных потоков. Там лет 30 назад такие технологии были только для подготовки космонавтов. Плюс здесь 4 программы восстановления после травмы, режим до тренировки, который разогревает мышцы, режим после тренировки и режим релаксации. То есть 4 программы. Около 40 тысяч евро. В республике
таких больше нет. Есть только одна, и то немножко попроще. Для очистки бассейнов, аквазоны. Закупленные роботы-пылесосы, которые работают на глубине до 7 метров. Ежедневно с 8 утра вбрасывается в каждый бассейн по 2 робота и производит очистку поверхности плитки на бассейнах.